Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Он звучит следующим образом. Позвольте поисследовать вас в роли, когда достигли цели. И добавочка, какие вы или как вам там. Как, вот примерно такая вот формулировка. Могут быть маленькие отклонения, но суть примерно такая. То есть позвольте поисследовать вас. Звучит очень по-доброму, эмоционально, так вот аккуратно, я бы сказал, тактично, экологично. И вот на вот эту вот фразу «позвольте поисследовать вас в этой роли», подача очень такая мягкая, я бы сказал, она, во-первых, начинается со слова «позвольте», во-вторых, мягкое слово «поисследовать» — это вот что-то из разряда такого вот научно-творческой истории, исследования, да, оно вот носит во многом такое что-то новое открыть, что-то творческое проявить, и воспринимается, достаточно приятно, по крайней мере, там, для мозга более чем. И поисследовать вас в роли. И дальше идет история про ролевую историю, то есть вас в роли, то есть вы в целевой роли, когда в роли, когда достигли результата. То есть это то состояние, когда вы находитесь в целевом состоянии. То есть вот у вас результат, вот они вы. А кто вы, что вы, как вы. То есть вот эта вот история, что вы чувствуете, какие события происходят, как это все вокруг вас разворачивается, что происходит внутри. Может быть, какие-то стратегии поведения меняются. В большинстве случаев меняется внутреннее состояние, ощущение, и вот что вы чувствуете вот в этой целевой состоянии. Вот это вот исследование, оно там цепочку проявляет сразу мыслей новых, направлений исследования, и в том числе инсайтов, коллеги. А я еще раз повторю вопрос. Позвольте поисследовать вас в роли, когда достигли результата. Какие вы? Всем добра, пока-пока.